Несколько сотен парковщиков-нарушителей каждый месяц выявляют инспекторы ГИБДД. Водители бросают свои машины, например, рядом с остановками или пешеходными переходами, а иногда и на самих пешеходных переходах, или на парковках для инвалидов. В качестве наказания таких парковщиков ждет не только штраф от сотрудников ГИБДД. Некоторым приходится в буквальном смысле выкупать свои автомобили. В правилах дорожного движения есть четко прописанные ограничения по парковке машин. Не ближе 5 метров до пешеходного перехода, не ближе 15 от остановки маршрутных транспортных средств, а также на тротуаре и во втором ряду от края дороги. Кроме того, припаркованные машины не должны быть препятствием для других. Но некоторые водители эти правила нарушают, за что несут наказание. Ежедневно на территории города Кирова выставляются 2 наряда дорожно-патрульной службы, которые осуществляют эвакуацию транспортных средств. Минимально за сутки по данному направлению составляется 10 административных материалов. Только за 1,5 месяца этого года оштрафовано больше 400 парковщиков-нарушителей. А больше чем сотни автовладельцев пришлось на какое-то время остаться без машин. Их эвакуировали. При этом только сам штраф каждому такому водителю обходится в копеечку от 1000 до 5000 рублей. А также он платит за почасовую оплату за штрафстоянку и за эвакуацию транспортного средства. Когда водитель заметит то, что автомобиля нету, он обратится в госавтоинспекцию, где ему подскажут, где находится, на какой штрафстоянке находится автомобиль. После этого водитель должен выдвинуться на штрафстоянку с полученным разрешением и забрать свой автомобиль. Кстати, если хозяин авто появится до того, как машина-эвакуатор начнет движение, по закону он может забрать свой транспорт. Но лучше советуют в ГИБДД просто не нарушать правила. Ирина Сырцева, Александр Нестеров, Бюро новостей Давича.